Приветствую, дорогие друзья, с вами Геннадий Бабак. Сегодня расскажу немножко о работе с программами по получению пассивного дохода онлайн, проверенными мною лично. В частности, расскажу о программе FutureEd Pro. Вы, вероятно, уже просмотрели этот видеоролик, в котором я представляю немножко о том, что такое пассивный доход, как можно онлайн его зарабатывать. Внизу есть ссылка. Если вы по ней перейдете, то вы попадете на страничку регистрации вот такого уровня. Значит, здесь нужно просто все заполнить латинскими, и после этого вы получите доступ уже, собственно, в систему FutureNet. Всего существует здесь две системы: FutureNet и FutureEd Pro. FutureNet – это система социальная, похоже на Facebook, социальная сеть, там масса всего интересного. FutureEd Pro, который мы будем пользоваться для получения пассивного дохода, это что-то типа маркетинговой такой кампании, рекламы там и так далее всякие, ну вы увидите. Итак, после регистрации и подтверждения по имейлу своих данных, своего имейла, вы попадаете, в общем-то, в раздел FutureNet. Это, в общем-то, великолепная штука, здесь куча всего интересного, тоже можно зарабатывать, но я сразу же буду вас ориентировать на то, что уже проверено и работает, и дает максимально быструю отдачу, да. То есть вам нужно нажать вот сюда на Back Office, после чего будет показана вот такая вот заставка, где мы, собственно, сможем уже выбрать Back Office FutureEd Pro. Вот это то, что нам нужно. Именно Back Office FutureEd Pro. Пока что вы ни за что не платили, ничего не вносили, вы просто зарегистрировались по моей ссылке. Вот, вот это в данном случае я перехожу уже в этот аккаунт. Они одинаковые будут у вас данные для FutureNet, для FutureEd Pro. Опять же, здесь существует security код. Его можно ставить, можно не ставить, но в моем случае он есть. Сейчас я его введу. И здесь я, собственно, попадаю сразу же вот в такое окошко. Здесь нужно дать немножко времени, пока пробежит эта рекламка. Вот. И, собственно, то, что вы видите сейчас, это совсем свеженький аккаунт. Тем не менее, $50 один пакет. Это минимальный пакет, который я здесь купил. Уже $15 насчитано. То есть это работает. Компания работает больше 3,5 лет уже. Нет ни одного практически отзыва, что кто-то что-то не выявил. То есть реально пока работает, надо пользоваться, я считаю. Поэтому таких аккаунтов я буду делать несколько и постепенно их наращивать. Что имеется в виду под наращивать? Ну, собственно, хочется сделать из этого бизнес, да, поэтому и строим это как бизнес. Вот такая программка покажет примерно, сколько вы будете зарабатывать. То есть, если у вас всего один пакет, видите, то у вас будет заработок примерно 50 центов в день или 1% в день. То есть, если таких пакетов у вас будет не один на $50, а 10, например, на, вот видите, стоимость пакетов $500, то вы сможете зарабатывать уже $150 в месяц со всех пакетов. И вы видите, я здесь ставлю такую графу «Количество дней на реинвестирование». То есть, в идеале вам просто выбрать ту цифру в деньгах, которые вас устраивают, чтобы вы быстренько получали реинвестирование. Что имеется в виду под реинвестированием? Например, если вы купили 100 пакетов на $5000, то с учетом того, что вы зарабатываете 1% в день вот с этой суммы, количество дней на реинвестиции у вас всего один день. То есть каждый день, новый день, у вас будет зарабатываться $50, и вы сможете покупать на эти $50 новый пакет. То есть, грубо говоря, $5000 вы вложили, да, и вы не будете больше вкладывать, при этом вы, ваши, скажем, ежемесячно ваши пакеты будут расти. Новых пакетов в месяц вы будете в данном случае с $5000 инвестированных получать 30 на сумму в $1500. Можете ее вынимать, можете ее реинвестировать. Я бы ее реинвестировал. То есть, если поставить более приемлемые цифры для всех, скажем, купили 10 пакетов на $500, вы будете иметь возможность каждых 10 дней за счет системы покупать новый пакет у них же. То есть у вас через месяц будет, через 10 дней будет возможность купить еще один пакет, через 30 дней, соответственно, 3 пакета на сумму $150 и так далее и тому подобное. То есть, если строить из этого бизнес, то вы просто определяете ту цифру, которую вам, грубо говоря, которую вы можете себе позволить инвестировать, и потом просто добавляете свою прибыль за счет реинвестирования. Через какое-то время у вас уже вы сможете спокойно вывести свои деньги, ну, собственно, очевидно, через какое время,
То есть, если $150 зарабатывается в месяц, то это всего-навсего 3 месяца, чуть больше, чем 3 месяца, и вы уже фактически окупаете свои инвестиции. Ну, там есть нюансы, но с этим будем разбираться, когда вы уже будете, собственно, в системе, да? Также можно заниматься рекламы и зарабатывать еще из рекламы. Есть у меня возможность, я расскажу, если вы будете в моей команде, я расскажу, как это делается. Делается примерно по такому принципу. Например, мы хотим, чтобы было на наше рекламное объявление 50 кликов в день. Но это очень дорогой, но очень качественный трафик. Если поставить из цифры попроще, то будет немножко все не так дорого, но и отдача будет меньше. Поэтому я бы делал так для начала в районе 20 кликов в день. Вы видите, наверху цифры меняются тоже, сколько новых покупателей в месяц вы получаете. С этими цифрами можно играть, но смысл в том, что на первом этапе вам нужно просто зарегистрироваться, чтобы вы видели ежедневно, что вы здесь получаете. Также, что нужно делать, чтобы вам начисляли, собственно, эти проценты? Компания просто делится с вами частью своей прибыли. За что она делится? Вы видите, здесь написано «просмотреть рекламу». Сейчас, пока она у меня горит зеленым, да, мне не надо здесь ничего просматривать. Но как только здесь, вот в это время, 18:35, грубо говоря, у меня появится красный такой ярлычок, мне нужно будет нажать и просто 10 раз просмотреть рекламу. Кроме того, когда вы покупаете пакеты, вы можете показывать свою рекламу здесь же. Я это показываю для ребят своей группы. То есть все, что вам нужно сделать, это просто-напросто вот 10 раз открыть новое объявление. Причем самое интересное, что попадается достаточно интересное предложение внутри этих объявлений. С некоторыми компаниями, которые там рекламировались, я, по крайней мере, если не начал работать, то обращаю на них уже внимание. То есть здесь есть разного качества объявления. Есть получше, похуже, но есть и очень полезные для вас. Да? Ну, то есть фактически вам нужно просто вот так вот прокрутить, просмотреть. Если вас заинтересовало, вы можете нажать «Воспользоваться этим объявлением». Можете просто просматривать. То есть это нужно сделать для 10 объявлений один раз в день. Точно так же будут просматривать люди ваше рекламное объявление. На самом деле это очень интересная и правильная идея от организаторов этой сети. Ну, мне пока не нужно их просматривать, я просто закрою. Или так вот, следующая реклама и так далее. Окей. Ну, собственно, это все. Фактически, все, что вам нужно сделать, это изначально решить, какую сумму вы готовы инвестировать. Если это будет один пакет, не вопрос, значит, один пакет. Новые пакеты купить. И выбираете, какой пакет вы хотите купить, сколько вы хотите его купить, этих пакетов. Можно, видите, если бы у меня тут было 50, там один, я бы уже купил на деньги компании, но так у меня еще их нет, соответственно, мне нужно добавлять деньги. Выбираете, сколько пакетов вы хотите купить, она напишет сумму, выбираете, как вы хотите платить, вот системы платежей, которые принимаются, это можно в биткоинах, можно через Neteller, Perfect Money, Solid Trust Pay, в общем, что из этого у вас есть. Если ничего нет, опять же, пишите мне, зарегистрируем вам биткоин-кошелек, создадим первый, и вы спокойно сможете работать. Есть как минимум несколько биткоин-программ, которые реально дают тоже примерно 1% в день, стабильно проверены со временем, я их вам тоже помогу в них зарегистрироваться, начать там зарабатывать. Это на уровне минимальных денег, там $50-100, которые у вас есть, которые вы можете вложить и в эту компанию, и зарабатывать в долларах, и также в биткоин-компании зарабатывать в биткоинах. Я рекомендую делать и то, и другое, но этот видеоролик посвящен работе именно с компанией Future Ad Pro. Надеюсь, это было полезно. Если у вас остались вопросы, не стесняйтесь, пишите мне на Skype, Геннадий3881, я 10 лет в этом рынке, слава богу. Могу вам посоветовать и подсказать, как двигаться дальше, чтобы вас там нигде не обманули, не кинули, потому что через все это я тоже проходил, к сожалению. Всего хорошего, до следующего видео.